Давненько я не был в этой нашей виртуальной студии. Давненько не произносил этих слов. В эфире «Мир компьютерных игр» и поприветствую всех вас, наших телезрителей. Кстати, многие не забыли программу, до сих пор пишут письма, притом в основном с требованием «Вернуть МКИ в эфир». Ну а сегодняшний выпуск я бы не стал называть полноценным возвращением. Ровно 15 лет назад в эфир вышла первая программа, и сегодня мы отметим юбилей. Нет, не ностальгическими воспоминаниями. Зачем? Вокруг много всего интересного. 17 и 18 октября в Великом Новгороде в городском дворце культуры состоялся, ну, я бы сказал, праздник. Настоящий праздник для геймеров. Большой чемпионат Новгородской области по киберспорту от Северо-Западного телекома. Кстати, хотелось бы заостриться на словах, что чемпионат-то именно Новгородской области, то есть гостей столиц не было. Ну, почти не было. И это почти еще сыграет свою роль. Но об этом позже. Не в обиду геймерам земли Новгородской, но опыт проведения чемпионатов, а заметим, что Северо-Западный телеком проводит уже третий по счету чемпионат, и похоже, что это становится хорошей и ежегодной традицией. И за это телеком хочется только хвалить. Так вот, опыт проведения показал, что столичные геймеры, увы, сильнее новгородских. А организаторам хотелось бы поощрять именно город и Новгородскую область и вручить именно местным игрокам отличные призы и награды. Хороши они были и в этом году, как вам кубки? Красавцы, симпатичные, символичные, сразу видно, какой за футбол, какой за КС, какой за Warcraft. Каковы цели вообще подобного мероприятия? Целью этого мероприятия является продвижение новых технологий и услуг интернет на территории нашего региона. С тем, чтобы наши ребята были знакомыми с новыми технологиями, узнавали много нового, узнавали себя, свои возможности, возможности их сверстников. Ну что же, современные технологии в массы. А поэтому организаторы позаботились не только о том, чтобы было комфортно и интересно непосредственно участникам, но и зрителям тоже. Для всех бесплатный беспроводной интернет. Любой мог попробовать Wi-Fi технологии. А, наверное, многие слышали про Авангард ТВ. А вот о преимуществах этой технологии не в курсе? Можно было воочию оценить телевидение через интернет. Андрей, что такое Авангард ТВ? Авангард ТВ – это цифровое интерактивное телевидение, которое предлагает Северо-Западный телеком. И каждый новгородец и житель Боровичей может воспользоваться этой услугой. Сохранили ли вы местные каналы? Конечно. В Авангард ТВ представлены все местные каналы. Это Новгородское областное телевидение, Триада. А вот это интересно. Покупая всевозможные спутниковые тарелки, мы лишаемся местных каналов. А пользователи «Авангард ТВ» преспокойно посмотрят, ну, скажем, эту программу и на телеканале СТС, и ТНТ «Триада». Сколько стоит подключение этого телевидения? На сейчас, до конца года, 2009, можно подключить услугу «Авангард» всего за 1 рубль. Как через компанию «Северо-Западный телеком», так через компанию «Новгорода и таком», которая предоставляет эту услугу. Конечно, пора уже перейти к главному действу. Отметим, что в этом году организаторы угадали с местом проведения. Большой зал для игроков, да и для зрителей места предостаточно. Можно было наблюдать часть виртуальной битвы на большом экране. Для тех, кому было совсем лениво прийти, была организована и интернет-трансляция. Но мы с вами пройдем в главный зал, где за десятками компьютеров, которые предоставил второй организатор чемпионата, компьютерный центр «Харт». Бились, возможно, лучшие геймеры Новгорода и области.
Главной игрой бесспорно стал Counter-Strike 1.6. Глядя на эту картинку, так и хочется прокричать «CS Forever!». Одна из самых популярных игр нашей рубрики «Двое» стала и главной игрой чемпионата. Примерно 160 человек должны были схлестнуться в этой виртуальной дуэли. Ну, не разом, конечно, игра командная 5 против 5. А в итоге получилось 24 боевые бригады. Конечно, есть знатоки и любители этой сетевой игры всех времен и народов, которые все знают, но мы бы хотели, чтобы и остальные телезрители были, что называется, в теме. Поэтому несколько слов о том, что происходит. Имеется 4 карты, этаких виртуальных небольших мирка. Я бы даже сказал квартала. Кстати, команды выбирали из 4, а принцип таков. Убираются те карты, что не по нраву, в итоге остается самая популярная, ей и стала Dust 2. Ну, те, кто помнят сражение в рубрике «Двое», тот и помнят, что действительно одна из самых любимых карт у почитателей КС. Но если вдвое мы играли в деф-матче, то есть попросту мочилово, то здесь карты из серии DE, то есть разминирование. Вот здесь уже важна командная тактика. Почему? Ну, судите сами. Итак, вот она, первая команда. Это мерзкие террористы. У одного за плечами рюкзачок, а в рюкзаке ни много ни мало бомба. Задача террористов – заминировать объект и взорвать. И все бы просто, если бы не вторая команда. Вот они, бравые контртеррористы. Вот тут-то и начинается командная тактика, которую можно не только видеть на экране, но и вживую, и притом и слышать. Переговоры игроки ведут ой как громко. Но еще бы, сидят они в наушниках, кричат, думают типа тихо. А вот трупам говорить запрещено. Если игрок сидит у темного экрана, значит убит. Но где тут удержишься? Правила, конечно, нарушались, но на то есть судьи. Предоставим им слово. Сколько туров всего было? 5-6 туров. 5-6, да? Да, примерно. То есть первый, мы смотрели первый тур, там до вылета? Да, для вылета. То есть первый, если первую игру проигрываешь, то вылетаешь с турнира автоматически. Был второй, третий, вот сейчас идет полуфинал, четвертый, да? Полуфинал уже прошел, победила команда Squad Bombers. И вот сейчас будет финал, да? Сейчас будет финал. Кто попал в финал, какие команды? Команда SSR Gaming, это старая команда, которая давно играет, и молодые ребята Squad Bombers. Справедливо считаете? Вот справедливо получилось? Да, да, именно справедливо. Достойная команда. Да. Действительно, молодая команда Squad Bombers удивила. Отлично играет и, что называется, дали прикурить более опытным игрокам. Итак, посмотрим финальную битву, где молодой команде Squad Bombers пришлось встретиться с крепкой и, не побоюсь этого слова, старой командой под именем SSR Gaming. А начался финал на карте Inferno. Почему я заостряюсь на названии? Потому что у каждого виртуального мира своя специфика. В одном лучше действовать террористами, а в другом выгоднее быть контртеррористами. Поэтому игра идет до 15 побед, а затем игроки меняются ролями. То есть те, кто был террористами, становятся контртеррористами и наоборот. И снова до 15 побед. Так вот, Inferno – карта явно выгоднее для полицейских контртеррористов. И пока молодые Squad Bombers постреливали команду SSR Gaming, игравшую за террористов, то выигрывали счет 10-5. А вот когда поменялись ролями, то проиграли с точно таким же счетом 5-10. В общем, соперники настолько равные, что финал затянулся, а решалась судьба кубка уже на классической карте Dust 2. Ну а что в итоге? А в итоге молодость сдалась. Победил опыт. Как ощущения от победы? Замечательно! Замечательно. Победу верили? Да. Мы были уверены. Ну молодые, как вам? Согласитесь, сильная команда. Стараюсь. То есть практически они могли выиграть, да? Могли. Согласны с этим? Да. Ваша команда СССР – это ностальгия или что-то другое? Ностальгия. Чисто ностальгия, да? Ну ладно, молодцы, с победой. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Переходим к игре номер 2 – Warcraft. Макс, прошло 2 года, и мы снова с тобой играем в Warcraft. Какие изменения произошли? Ну, изменилась карта, версия карты, появились новые герои, новые артефакты.
в связи с этим поменялись тактики команд. Ну, в целом, та же самая старая знакомая Dota, да? Да. Сколько в команде человек? 3 человека в команде, 16 команд всего участвовало в этом чемпионате. Итого умножаем, получаем 48 человек, да? Это новгородцы и область. Новгородцы и область. Вот команда с области дошла сейчас до четвертьфинала. Эх, насколько интересно играть в Warcraft, настолько незрелищно его наблюдать со стороны. Возможно, фанаты со мной и поспорят. Но кто видит эту картинку впервые, наверное, вообще ничегошеньки не понимает. Кто-то там ходит, что-то там сверкает. Итак, для тех, кто совсем не в теме. Ну, напрягите глазки, и вы увидите их. Юниты. Фэнтезийные герои, вот они-то, и воюют между собой при помощи меча и магии. Нет, меч и магия — это уже из другой оперы, но, в общем-то, смысл тот же. Ну а для тех, кто в теме, пара слов об изменениях в правилах. Не было ограничения по времени, и победа достигается разрушением базы противника. Судя по нашим наблюдениям, битвы длились 40, ну максимум 60 минут. Но мы все-таки не будем долго останавливаться на доте, увы, стратегия — это не та игра, которая хорошо выглядит по телевизору. Переходим к третьей игре – FIFA 09. Странно, но самый популярный вид спорта на Земле в виртуальном обличии собрал меньше всего геймеров. Возможно, потому что здесь играл каждый сам за себя, точнее, за свою любимую команду. Слово судье тоже нашему старому знакомому. Денис, итак, спустя 2 года. Тогда ты первое место занял, в том году третье, в этом году как успехи? В этом году похуже. Регресс. Регресс наблюдается. Да. Немножко по правилам. Как в этом году организованы соревнования? Сначала была система групп. Было сделано 7 групп. Всего у нас было 24 участника. Они разбиты на 7 групп, где выходили дальше по 2 человека. А вот здесь, на правах ведущего, я задвину речь Дениса на задний план. И скажу проще, что отбор в этом году сложнее и запутаннее. Но судьям-то так легче, и в итоге осталось 2 претендента на победу. Это новгородец Евгений и, внимание, вот и наступил сей момент, Кирилл из Питера. Вот, пробрался Питер все-таки на новгородские соревнования. Еще бы, уровень хорош, призы тоже, почему бы и не поучаствовать. Итак, посмотрим на финальный, притом второй тайм. Оба игрока оказались почитателями одной команды, Манчестер Юнайтед, а поэтому в финале Манчестер играл против Манчестера. Ну, в виртуальном мире и такое бывает. Притом Кирилл в белой одежде, и его игроки в белой гостевой форме. Женя почти в красной, и его игроки Манчестера в красной домашней. Итак, идет 70-я минута второго тайма, счет 2-1 в пользу Питера, то есть Кирилла. И Кирилл забивает еще один гол. Ну вот, игроки торопятся и поэтому давят кнопки, обрывают анимацию с повтором. А зря. Гол-то не засчитали, потому как был забит из положения вне игры. Так что, Женя, не унывай. Как минимум, ничью еще сделать можно. И его Манчестер Юнайтед рвется к воротам и... Нет, ничего не выходит. Вратарь Кирилла посылает мяч в центр поля, но Женя, инициатива явно на его стороне. Его красный Манчестер с мячом, пас в штрафную и... Но нет, здесь 2 защитника Кирилла, мяч выбит головой и... Ой, опасная ситуация складывается у ворот новгородцев. Но Женя быстрее, его защитники завладели мячом. И теперь уже острая ситуация у ворот Питера. Ну, будет ли гол? Нет. Смотрим, как пройдет атака Кирилла. Опасно, ой, опасно, Кирилл действует по левому флангу. И нет, опасность ликвидирована. Но посмотрите, какая ошибка защитника, удар и... Чудом вратарь отбивает мяч. И опять игроки не дают посмотреть нам повтор этого опасного момента угловой. И опять очень опасно. А между тем идет последняя минута тайма. Женя пытается изо всех сил сравнять счет. Да, я замолчал в надежде на то, что будет гол, но нет. Питер, Кирилл сильнее.
Кирилл, можно я его подержу? Да, конечно. Тяжело он тебе дался? Да, очень тяжело. Но дело в том, что я приехал уже сразу с целью победить, поэтому... Ага, порвать, да? Да. Сколько реальных претендентов на этот кубок, как ты думаешь, было? Ну, были сильные игроки. Ну, сколько народу могли у тебя отобрать этот 3-4 человека точно. 3-4, да? Ну, не так много получается. Покажи твой джойстик. Почему именно на джойстике играешь? На джойстике просто удобнее, уже привычки, года 3, наверное, уже играю. Консольное прошлое твое, да? Да. Ну, с победой, держи. Спасибо большое. И помимо кубка, Кириллу от компьютерного центра «Харт» еще и видеокарта в подарок. Второе и третье место достались новгородцам с такими скромными никами «Спартак Москва» и «Аршавин». Молодцы, ребята. Но если бы еще и Питер победили, вообще молодца были бы. Прежде чем мы подведем итоги чемпионата, уделим внимание консольным играм. Им был отведен целый зал. Итак, компьютерный центр «Харт» представил на всеобщее и, заметим, бесплатное обозрение, да-да, играй сколько хочешь и на полную халяву приставки последнего поколения от Nintendo и Microsoft. Сначала о Nintendo Wii замолвим слово. Хардовцы подписали договор с Nintendo, а это значит, что сама консоль и игры к ней – все это найдем в компьютерном центре, что по улице Великой 22 расположился. Ну а в те пару дней, что проходил чемпионат, можно было здесь опробовать нинтендовские игрушки на вкус. Впрочем, была представлена классика – геймпак, который идет в придачу к приставке. Спортивные игрушки с прикольной графикой, но главное здесь – это игровой процесс. Надеемся, все знают, что изюминка Wii отнюдь не графика, а способ управления игрой. Это вам не в кресле просиживать перед компьютером. Здесь все интерактивно. Нам, конечно, больше всех теннис понравился. Реально, даже очень, хотя в настоящий так бы хорошо не сыграл. А бокс? Вот уж где сжигание лишних калорий. Хотя я очень уж серьезно воспринял игру. Можно и поменьше движений делать, не так запыхаешься. Вот, например, юный геймер просто встал и без всяких там стоек, да и надавал по лицу компьютерному оппоненту. Макс, что дома? Компьютер, приставка? Компьютер. На Wii первый раз играешь? Да. Ну как? Отлично. Отлично. Хотел бы такую домой? Да. Что понравилось? Ну, понравилось то, что как в реальности дерешься. То есть интерактивность, да? Да, интерактивность. Не тупо сидишь на стуле и играешь, да? Угу. Кстати, заметьте, что при игре в теннис использовался один контроллер, а для игры в бокс подключили и второй. Замечательно и неудивительно, что у Nintendo Wii полно поклонников по всему миру. Конечно, больше всех на родине, в Японии и в США, где продажи Wii бьют даже продажи родного американского Xbox 360. Вот на него сейчас и устремим наши взгляды, а точнее на игры для этой шайтан-коробки от Microsoft. Если Nintendo Wii сильна своим интерактивом, то консоль от Microsoft берет своей потрясной графикой, звуком и, конечно, геймплеем. Устремим взгляды на новинку Forza Motorsport 3. Жаль, что не можем передать всей силы звука, да и графики, кстати, тоже камера пишет с телевизора. А вообще очень захотелось вживую посмотреть на Forza 3 после того, как наткнулся на рекламу, которая гласила, цитирую, «Это не еще одна игра от старта до финиша для рейсеров и дрифтеров. Ну, типа для лохов». Тут читается явный намек на Need for Speed, но да, продолжу цитату. «Это мир скорости для знатоков и профессионалов». Во как! А дальше вообще просто супер. «Это не 3D-графика, это камни из-под колес, рев мотора и визг тормозов. Симулятор нет, реальность». Ну что, маркетологи у Microsoft не зря свой хлеб кушают. Почитаешь такое и сразу захочется взглянуть на игрушку. Ну, что тут говорить, хороша. Конечно, фанаты Need for Speed тут же возразят, что Need for Speed лучше. Но я же вам цитировал, Need for Speed это для вас, стрит-рейсеры, а это для профессионалов, все по-серьезному.
Хотя, конечно, не стоит рекламные лозунги воспринимать за чистую монету. Смотрим старт. Ну, видели, как легко можно уйти первым? Реальные симуляторы такого не допускают. Но это не минус, это плюс для тех, кто только начинает осваивать виртуальные гонки. На среднем уровне сложности такое возможно. Ну и совсем уж халявные вещи. Врезались? Проиграли? Не. Включаем машину времени, возвращаемся назад секунд на 10-15 и спокойненько избегаем аварии. Вот в жизни бы так легко ошибки-то исправлять. В принципе, Forza и так была очень популярной игрой на Xbox, а третья часть только закрепит успех этой серии. Переходим к следующей игрушке. Для тех, кто любит русифицированные игры. Специально принца Персии покажем. Он на милости дыхания богов, порывов ветра могучих бурь. Что значит? Классная игра, что не говори. Да и первого-то принца, помните, 90-го года выпуска, был великолепен, а сейчас продолжает только хорошеть год от года. Играя в нее, невольно вспоминаешь наш компьютерный сериал. «Принц Персии» — отличный претендент для этой рубрики. Давайте чуть-чуть поподробнее уделим внимание игровому процессу. В эту игрушку приятно не только играть, но и приятно на нее смотреть. А вот он, наш главный герой. Так, а кто это тут очки пробежал? Фара? Ее зовут Фара? Прикольное имя, однако. О, да она и сама ничего. Говорил же, что ее тут нет. Пошли. Эй, скажи хоть, как тебя звать? Ага, значит, она не Фара. А чего убегаешь-то? А понравилась незнакомка нашему герою-то? Ишь, как шустро за ней припустил. Вон, только пятки сверкают. Долго, видать, по пустыне один шатался. Но она, девочка, чувствуется спортивная, просто так не догонишь. Ой, ну надо же, как все замечательно складывается. Прям как в кино. Девчонку пытаются обидеть. А мы тут как тут. Сейчас покажем свое геройство. Тут-то она и растает. А красиво сделаны бои, что тут скажешь? Да и подсказки вначале даются. Спасибо. Мечом тоже надо научиться махать. Да-да, и ты беги прочь. Почему ты преследуешь меня? Я просто ищу... Фару, я слышала твой крик. Тебе с подружкой надо уходить. Подружкой? Фара не подруга, это мой осел. Опс, вот так. А я-то и думаю, что-то имя странное. Ну а осла Фарой назвать, почему бы и нет? Неплохо девчонка по стенам скачет. Кстати, так до сих пор и не познакомились. Опять убежала. Опа! Вы слышали? Элика. Ее зовут Элика. Красиво. Это вам не Фара. Нет, он здесь ни при чем. Нет! Опс, вот так. Падаем в пропасть и конец нашей истории. Или нет? Ого, вот это и Элика. Да она волшебница. Но как ты... О, я поймал тебя. Ну надо же. Тут, похоже, назревает любовная история. Ну, куда же без любви-то? Здесь мы оставим нашу парочку. Ну, а желающие узнать продолжение, играйте сами. А твое умение творить магию не связано с тем, что они хотят нас убить? Меня они убивать не хотят. Их цель ты. Последняя игрушка на сегодня – это сама ностальгия – Street Fighter 4. Street Fighter 4. Ну что же, достаем ностальгаторы? Специально для старых геймеров прославленная игровая контора Capcom сотворила маленькое чудо.
Игростроители умудрились сотворить игрушку со всеми современными фишками, но при этом в ней жив и дух первой половины 90-х. Вроде бы все знакомо, пейзажи, герои, но все свежо и по-новому. Вот чем сильны консоли и слабы компьютеры. Файтинги, драчки, вот в чем сила консолей. Вы заметили, кого мы выбрали? Ну, нормальный такой, здоровый дядька из России по фамилии Зангиев. Зверюга настоящий. Ну и кто тут против нас? Вояка американский? Не, браток, слабоват. Интересный поединочек. Сало против мяса. Но не надо недооценивать этого парня. Ну, подумаешь, немного лишних килограммов набрал. Зато шустрый не в меру. Конечно, особенно интересно играть друг против друга. А вообще, классика не стареет. Ну что же, можно подводить итоги. Большой чемпионат по киберспорту от северо-западного телекома хорошеет год от года. Этот турнир понравился как игрокам, так и зрителям. Мы опросили многих. Организаторам все ставили дружный зачет. Игроки и команды получили отличные призы от организаторов. Притом, призы как денежные, так и железные. Как вам такая видеокарта? NVIDIA GTX 295. То, что на борту у нее почти 2 гигабайта видеопамяти, говорит о ее мощи. Спасибо компьютерному центру HART. Поздравляем команды-победительницы с успехом. А от организаторов все ожидают продолжения. Ну что же, увы, наш юбилейный выпуск программы подошел к концу. Не буду оригинальным, скажу свое привычное. Это все на сегодня.